Доброе утро. Костян, поздоровайся. Доброе. Что делаешь? Сцепление менять будем. Он даже не полноприводный? Не, он передний привод. Что это у нас? Это у нас Kia Sportage, 15-й год, 150 тысяч пробега. Человек приехал с Сергиева Посада аж. Друг у него у нас это, чинил двигатель. Вот посоветовал, приехал менять сцепление. Костян, ну что, сможешь это сделать? Что? Сможешь это сделать? Я не знаю. Посмотрим, как пойдет. Не знаю. Я машины не умею делать. Стажерам тут не место, да? Ну так уже. Ученик мастера, да? Я понял. Ну пока все штатное, я так понимаю. Под капотку разобрал, да? Сейчас будешь поднимать. Да, откручивать. Да? Человек сам вот, купил комплект сцепления. Привез его. Посмотрим, что из этого выйдет. Вован, что делаешь? Всем привет. Я меняю цепи. Меняем, здесь вкратце, меняем цепи. Человеку досталось в наследство этот, так сказать, автомобиль, он приехал на диагностику, посмотрели, шумят цепи, течет теплообменник, на теплообменнике не хватает болтов, идет странный звук из подклапанной крышки, она тут по периметру, вот, даже покажу, подтекает, вот он здесь, вот видите, в масле, будем разбирать, смотреть, не будем отвлекать нашего Вову. Там у нас Мишка, Мишка. Поздоровайся с людьми. Привет. Что делаешь? Диски, колодки, по мелочи ходовочку. Так и не пьешь? Нет. А очень жаль. Все, теперь надолго. В былые времена непьющим людям не доверяли, я понял? А, вот она что. Итак, у нас здесь что, просто ходовочка, я смотрю, диски. Ну и ТВОшка. Диски, да, поменял? Колодки. Да. Диски, колодки, ТВОшка, напуляшки. Только две связи. Я понял. Да, скажи привет. Хай. Ну, по запчастям. Ладно, вот так вот дела обстоят в пандемии. Че, как изоляция? Да прекрасно. Тоже семью отправил куда-то? Да, к теще. Жену, всех детей, все к теще. Дома в одиночестве. И что делаешь вечерами? Сплю. Спишь? Да ты брось, ну сколько можно спать, Костя? Одну неделю точно, на вторую неделю с ума сходишь. Я понял. А ты почему не пьешь? Больной? Да, болею. Понятно. Антибиотики нельзя. А, я понял. В вашем случае, я боюсь, с Мишкой антибиотики не помогают. С каким спичником? Они не лечатся. Антибиотики не лечат, идиотизм. Ладно, Кость, что, в какой стадии у нас? Все, снимаем последний привод, отстреливаем 4 болта снизу и все, снимаем. Она в наших руках, да? И наконец-то поймем. Что там? Все, у нас все уже разобрано. Осталось только привод и 4 болта снизу. Я понял. Тогда встретимся уже, когда будет сцепление в руках, хоть посмотрим. Здесь у нас Сергей. Сергей у нас достал двигатель. Предыстория какая. Ехал человек, загорелось давление масла. Он заглушил, привез к нам. Сняли. Вот здесь вот, смотрите, вылетело. Сразу скажу, форсунка масляная с блока открутилась или что, ударилась об поршень, вниз вылетела, пробила, видите, нижнюю плиту. И саму форсунку смяла, вот сейчас смотрим, потому что по поршню был удар. Где-то я ее вот кидал, вот она. Все, что от нее осталось, там удар был по цилиндру, пока вот не знаю, не решили еще что делать. Тут... По результатам, да, у нас еще диагностики добавилось чуть-чуть? Ну да, тут не особо, не совсем труп, хотя в нем возят трупы. Да, ну трупы у всех, всякая профессия важна, помнишь, в школе раньше. Итак, у нас еще шаровая, стойки, втулки, шаровая, стабилизатора заднего, да? Да, 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 самая главная кнопка. Открытие бензобака и ручник. И ручник левый просто. Понятно. И а будем регулировать это ручник, правильно? Да, поляшки уже стоят. Здесь люди, вот он приехал, у нас делает работу Алексей. Тут что у нас?
поменяли турбину, проехали 50 километров, и двигатель заклинило, сняли поддон, стружки по, так сказать, колено. Соответственно, вот видите, даже пришлось снимать. Обычно вы высовываете, вам надо открутить бублик, так называемый. Чтобы его откручивать через ухо стартера, чтобы открутить, надо прокручивать двигатель. Он не крутится, пришлось вместе с бубликом доставать. Сейчас ослабим нижние вкладыши, доберемся до них и прокрутим колено, и сможем, ну, когда ослабим бугеля. И будем уже принимать решение, что с ним делать дальше. Так что конкретно по этим автомобилям не забывайте по давлению масла мерить, особенно если у вас вылетела турбина. Докладывай командным голосом. Сцепление то купил клиент? Сцепление, да, такое же, все нормально. Вопрос у нас по корзине, то что корзина, лепестки прожались, и поэтому было тугое сцепление. Но диск еще есть, да? Еще диск не, есть. Не совсем до заклепок дошло. Как, визуально ничего, да, нету? Визуально все прекрасно. Маховик будет маслом? Ты как специально, да? Это рабочий процесс. Вот так вот у нас, видите, начинаешь снимать, и тела просто бездумные, глупые, начинают мыть. У нас есть еноты, полоскуны. Есть еще, знаете, люди, которые когда-то работали в ручном приводе и потом вдруг дорвались до пневмоинструмента, начинают визжать. Часто вы у нас пишете, типа, уберите там какого-нибудь стучащего или всего. Вот они. Вот это на данном моменте сегодня затупил Миша. Ну-ка скажи, я затупил! Вот он. Ладно, давай, возвращаемся. Что у нас с маховиком? Маховик у нас нормальный. Ну-ка, пошевели его. Он у нас... А, ну смотри. Без люфтов он вообще четко. Идеальное состояние. Ну, здесь это нормально. Не, это понятно. Главное, осевого, чтобы не было. Так он вообще четкий. Чистим, моем, да? Чистим, моем, собираем обратно, даем клиенту. Понятно. Ладно. Юрий, привет. Привет. Че, как у тебя дела? Да, он снимает глушитель. Разорвал гранд-старый. На ската, слышишь, похоже, да? Да. Улыбка. Как самоизоляция была? Что расскажешь людям? Бухаешь? Да, чуть печень посадил. Ну что? Нас форсунку тут вырвало. Уже сделали, да? Какого цилиндра? Третьего? Третьего цилиндра. И он говорит, что когда вылетело, раздался хлопок. Ну, первый раз вот на практике, чтобы такой скат получался. Что будем делать? Менять? Ну, конечно. Вариантов нет. Вот. Так что не ломайтесь тут. Все просто. Просто банка меняется. И скат отправляется в путешествие. Какая стадия у нас? Ставим защиту, собираем вверх. В принципе, быстро, да? Ну, не сложный тут. Подрамник, да? Подрамник трогать не надо. Подрамник тщательный. Все, как бы. Крути и кайфуй, да? Да. Получай удовольствие. Из того, что нашли. Люфтит левый ступичный подшипник, правильно, да? Да. И правая морвакет. Да. За 150 тысяч можно было бы уже вытечь. В общем, что, вверх собираем и пробуем, да, ласточка? Да. Все собрали, да, никаких сложностей, все. Все гуд. Да, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой колокольчик. Звоните мне, да? Я люблю, когда звонят в колокольчик. Ладно, всем хорошего настроения, ничего такого серьезного тут не произошло. Просто стандартная замена сцепления.